В Воскресенске прошли ежегодные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 8 команд из «Электростали», «Егорьевска», «Коломны», «Сергиева Посада», «Подольска» и «Серпухова» боролись за главный приз Кубок лидера 2019. Всего было разыграно 120 медалей в 12 дисциплинах. Помимо привычных видов спорта, в этом году были добавлены новые – армлифтинг и настольные игры. Серпухов представляли 12 спортсменов физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов равной возможности». Наши спортсмены заняли третье общекомандное место.